Самая главная точка – это точка радости. Я просыпаюсь, я начинаю улыбаться еще перед тем, как открыть глаза. И с практиками, с развитием, с медитациями, с пранаями, с энергетическими практиками я вижу, что просто жизнерадостность растет. По большому счету, я вышел на то, что если человек загрязненный на уровне тела, психики и ума, то живет его эго. И многие так всю жизнь живут и так не научились жить душой. А практика, по большому счету, очищает, очищает, чтобы душа проявилась. И кто не медитирует, как говорится, тот не живет, но не живет душой. И мы приближаемся к душе, к жизнерадостности. А ты используешь какие-то гаджеты для прокачки физического тела? Нет, я сторонник внутренней алхимии. С чем родился, то у меня в арсенале, чтобы развиваться, самосовершенствоваться. А если мы затронем тему питания, есть ли какие-то, допустим, там биодобавки, ноотропы или... Нет, нет. То есть ты ничего такого не используешь? Нет.